Привет, друзья, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас есть план, мы хотим выйти и потестировать все системы нашей лодки. Вы знаете, что мы стоим уже достаточно долгое время. И вот мы потихонечку собираемся делать что-то более серьезное, выходить и уже использовать нашу лодку по прямому назначению. Итак, мы сегодня будем тестировать нашу лодку. Вы готовы? Поехали! Так, первое, что нужно сделать, это внутри организовать порядок. То есть собрать все барахло, закрепить его, все шкафчики позакрывать, чтобы не было большой каши, все это не вываливалось и не был полный месс. Он будет в любом случае, но его нужно минимизировать. Следующее, что мы делаем, мы убираем все чехлы, которые на нашей лодке используются, чтобы защитить, например, рули от солнца. И подготавливаем муринги, чтобы нам было легче уйти, чтобы просто скинул один конец и отчалил. Так, из того важного, что нужно сделать, пока мы стоим, я вынимал depth sounder, то есть эхолот, и сейчас нам нужно его воткнуть обратно. Наверное, только Марине сказать, что мы выходим. Марина, 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 sailing vessel Mushu calling, do you read me? Over. Go ahead, Mushu. We want to check our boat to test all the systems, so we are ready to go out. Please be in touch, because in case of emergency, we would like to ask you for assistance. Over. Copy that. Thank you, have a good day. Вот такое. Так, запускаемся. Мы отвязываемся сначала. Сейчас проверю. Ну так, вроде мы все работаем. Отвязывать что сначала? Я отвязываю задний, а ты отвязываешь передний. Возьми. Да.
Сейчас. Что ты говоришь? Рифы все открыты. Так, мейн у нас готов. Только надо рифы чуть-чуть им больше дать ходу. Так, все, рифы. Не-не, они открыты, там нормально. Так, ну что, с этим все, мы выходим, тут нормально. Теперь открываем джип, скидываем тузик дальше и пошли. А мы где на выход пойдем? Туда чуть ближе, к этому. А, мы с этой стороны будем выходить, да? Нет. Ну, да. Я думала, мы там. Не-не-не, вот здесь проще, здесь просто выходы, все. Ну что, нормально? Все четко такой и ушел. Не, все нормально. Ну что, а теперь открываем джип. Давай. Ну что, все, отлично. Да, молоточек, закрываю. Ну, сейчас выключаем мотор и начинаем идти на парусах. Так, у нас Дина на педалях. Сам ты на педалях. Ну вот, сейчас начнется немножко сейлинга. Смена галса готова. Сейчас как полетит парус. Ну вот и все. Да. У нас абсолютно закончился ветер. А, жесть какая. А что жесть? Нормальная погода. Не, погода-то нормальная. В погоде вопросов нет. Есть вопросы к ветру. Возьми руль, пожалуйста. Ну, вот так вот прямо и держи. Выглядит, как будто ты взяла педали, и оно поехало. Поехало. Вот и рули теперь сама. Для тухля? Это порывчик был маленький. Да, на порывах и едем. Нет, мы вообще никуда не торопимся. Дина на педалях. Шампанское открывай. Я только стояла и подумала, почему нету бутылки вина в холодильнике? У нас вроде есть. Нет, кстати, есть. Кажется, у нас ветер. Пора парус убирать. Или ездить на порывах, ждать порывов и ехать. Ну, назад это мы сейчас в Марину будем заходить, тут как раз все и прогоним. Сматываемся, да, поехали. Что-то? Это парус, мейн хлопнул. Все окей. Еще? Да. Так, ну все. Этот у нас готов, сейчас убираем мейн. Поехали. Вот мы сейчас. Я тебе скажу, когда ты его выбрал. Угу. Ну все, выбрал. Поехали. Может запустить все-таки? Мотор? Ну.
Ну вот мы уже заходим сейчас, подходим к марине. Вот с левой стороны вы видите лодки, это уже якоринг, который возле марины. И мы так плавненько себе идем и подходим туда вот, куда нам нужно. Все, давай. Фух. Так, ну вот все, мы стали. Вот у нас передний буй. Швартовый уже висит у нас красиво. Так, мы стоим на двух буях. На переднем и заднем. Задний у нас находится вот здесь. Все, лодка находится в стояночном положении. Сейчас мы просто надеваем чехлы на рули и все. И вот на этом наш тест закончен. Сейчас мы еще нырнем, посмотрим на sail drive и будем подводить итоги. Вот вы видите вот это масляное пятно, которое сейчас на воде. Вот это видно из нашего sail drive, пока масло горячее, его выдавливает. Ой, блин, надо будет покупать новые сальники, вытащить и что-то с этим делать. Ну что, вы видели, у нас отсутствуют аноды на нашем винте. Короче, сейчас мы что-то быстренько туда прилепим, чтобы не стоять без анодов. Но нужно аноды покупать и делать эту систему нормально. Потому что без анодов вы видели, что может случиться, когда анодов нет. Это наше прошлое видео, в котором растворилась нога. Так вот, чтобы этого не было, нужно сейчас поставить ну хотя бы какие-то аноды, пока мы не купим нормальные. Thank you.
Так, ну что, народ, вы видели, с какими проблемами мы столкнулись в данном ролике. Итак, у нас есть следующие проблемы. Второй автопилот запасной у нас не работает, у нас лодка постоянно уходит вправо. Далее, что-то с NMEA, потому что второй автопилот также не работает, и NMEA выдает ошибку и постоянно кричит на экране, там, ай-яй-яй. И все приборы, которые у нас в кокпите, у нас также не работают. То есть где-то у нас какой-то провод, скорее всего, в NMEA. Нужно будет сейчас взять и разбираться, что с этим делать. Далее мы потеряли все аноды. Непонятно, куда они делись, но пока временно мы стоим, мы прикрутили туда какие-то аноды. И ну, торцевой анод, который защищает винт, он нормальный. А тот, который... большой, основной, защищает ногу, мы его потеряли, и я поставил временно. Нужно заказывать сальнички поменять. И так у нас определился такой небольшой объем работ, который нужно будет сделать в будущем времени. Пока мы временно восстановили работу лодки, мы можем жить, пользоваться там генератором, чтобы аноды нас защищали. Собственно, вот все, что у нас за этот тестовый переход стало понятно. Подписываемся на канал, проверяем колокольчик, пишем коммент, ставим лайк. Нас это мотивирует. И увидимся скоро уже в следующем ролике. Пока!